А в китайском Куньмине планируют открыть культурный центр и аллею Шанхайской организации сотрудничества. О таком решении властей города сообщил главный секретарь провинции Юньнань Рашид Алимов. Там же в скором времени может заработать и визовый центр для стран-участников ШОС. Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев заявил о готовности укреплять сотрудничество с провинцией Юньнань. Тем более, что местная железная дорога Чунцзин-Шэньчжань-Дуйсбург проходит через Казахстан. А это дополнительные возможности в сфере экономики и логистики. Для казахстанских предпринимателей через Юньнань открывается выход на рынок стран Юго-Восточной Азии.